утром выехали. Смотрите, какая зелень, да? У нас такой зелени еще нету, а здесь уже есть. Породы деревьев другие растут. Да. Едем сейчас в город. Немножко походить по магазинам, потом поедем к Сашиному дедушке с бабушкой, да. Ну как немножко походить? Мы быстро забежим туда-туда. Нам нужно... У меня есть гудшайн от Депот. Мне здесь его дарили, когда я работала еще в Крипы. Вот. А там, где мы живем, этот магазин очень далеко от нас. Все как-то не было возможности съездить. Сегодня мы зайдем. Я надеюсь, мы его опустошим. Красный, что-нибудь этот купим, и там тоже заправиться надо будет уже. Вот, так что едем в город. Вспоминаете? Вот тут мы раньше ездили, наши старые видео, постоянно была эта дорога. Я на этой дороге тоже училась ездить, ходила на вождение. Кстати, о вождении. Мне задавали вопрос о том, Оля, тяжело ли сдавать здесь на права, пересдавать, да? Честно сказать, пересдавать не тяжело, просто нужно готовиться, да? Так как я, как говорится, лох — это судьба. Так как я первый раз шла пересдавать, я была очень сильно в себе уверена, толком не учила, да, и первый раз я не сдала. Со второго раза, конечно, я уже подготовилась, у меня было 2 недели для подготовки, я подготовилась и пошла уже сдала, уже как бы с нулевыми, да, что без ошибок. Вот. Пересдавать не тяжело, просто нужно реально готовиться, и вождение тоже нужно не бояться. Ну, у меня страха сейчас в данный момент нету, да, в вождении. Но раньше он был, и, не знаю, 2 месяца, наверное, я боялась. Вот. По поводу автобанов. Автобанов я до сих пор побаиваюсь, даже когда на автобане. Может быть, в прошлой жизни что-то было связано с автобанами, не знаю. Но в прошлой жизни машин не было. В прошлой жизни машин не было. Ну, а кто его знает? Может, в прошлой жизни я была в 2040-х. Кто его знает? Вот, тут там вот... Практически каждые 100-200 метров, да, написано «Осторожно, лягушки». Здесь, вот видите, и лягушечки. Вот тут в определенное время ночи, да, под утро, да? Вечером и утром перекрывают здесь дорогу, переносят тут лягушек, чтобы лягушки могли... Волонтеры. Да. С одной части дороги на другую перебраться, волонтеры помогают перейти им дорогу. И здесь перекрыто. Вот, а днем можно спокойно ездить. Сейчас едем в Липпенштедт. Как я ранее говорила, нужно нам карточку аннулировать, подарочную. Хоть там и 30 евро, но почему бы нет, да? Почему бы не порадовать себя чем-нибудь, каким-нибудь декором для дома? Уже тут все такое зеленое, у нас, конечно, еще далеко до зелени. Не все леса разные, там я проезжал, где зеленый, другой еще только начинает расцветать. Да. Ну, летом все красиво, летом, зиму я не люблю, вообще не люблю зиму, летом, конечно, все красиво, можно гулять, можно, планов, конечно, у нас на это лето очень много. Пока ничего не будем говорить, рассказывать, да, потому что только стоит что-то рассказать, и почему-то не получается. Ничего не получается. А здесь так участок это ты не сделал. Да, тут так, ну, у нас примерно здесь такие же сделаны. Дороги в городе. А там, чтобы это делать, как этот участок. О. Приехали в Коуплан. Смотрите, какая красота. Здесь, как обычно, навели красоту. Здорово. Быстро покажу я вам, что я купила сейчас в магазине.
немножко, конечно, можно так и сказать, торопились и не взяли. Можно было бы купить товары по 50% скидке, но нужно было купить на 30 евро. На 30 евро мы взяли, но получилось так, что Изабелька за свой товар заплатила отдельно, и мне пришлось за свой товар уже заплатить отдельно, и получилось, что без скидки. Вот, ну да ладно. Главное, чтобы ребенку нравилось, ребенок носил. Так, купила Изабельке плавочки. Вот от Disney вот такие вот трое плавочек 100% ХП. Стоили эти плавочки, получается, 8,99, даже рубли есть. Видите, этот в рублях 799 рублей. Гривны даже есть. В казахских только нет денег, да? 8,99 трое плавочек. И также купила вот такие вот и с зайками, с собачками, с кошечками. Тут 7 плавочек. Стоили они 14,99, 1299 рублей и 549 гривен. Вот. Можно было вообще с 50% скидкой взять, но не получилось. Ну ничего страшного. Там я еще Гудшайн обналичила немножко. Потом уже чуть позже я вам это покажу, потому что оно все запечатано, запаковано, потому что там стекло. Вот сейчас едем до Сашиного дедушки с бабушкой. Немножечко у них побудем. Хотя обещали еще в 10 часов приехать, уже время первый час. Дети спали. Пока дети проснулись, пока позавтракали, пока мы в магазин быстро. В магазине очень много скидок, очень. У нас, конечно, на нашей земле такого нету. Что там надо, да, в другой город. У нас есть скидки, но выбора маловато, да. В Чехию съездят. Вот, все ездят в Чехию. Мы там тоже дешево, хотим съездить, посмотреть, как и что. Ну и немножко отдохнуть тоже можно было бы, да, на пару денечков на выходные. Вот, сейчас едем навести дедушку, потом едем к Сашному дяде и тете на чай. Посидим, поболтаем, ну и потом опять к нашим друзьям будем грилить. Вот, у детей там будет программа целая. Дети вчера катались на гироскутерах, сегодня на гироскутерах. Ермак так сильно хочет себе, Климушка тоже хочет себе. Да, поехали, как так, я не могу. Саша вчера пытался все встать, но никак не получилось. Еще у нас такая... Не особо хорошая новость, да, у нас влетел камушек в лобовое стекло, и стекло в уголку чуть-чуть треснуло, потом покажу вам трещину, да. Там небольшая. Небольшая, но есть, вот, и нужно нам будет связываться по приезду с нашей страховкой. Интересно, оплатит страховка, не оплатит, либо гарантия что-то сделает. Но я думаю, что гарантия, скорее всего, нет. Ну, я что-то думаю, что гарантия, но вряд ли. Но может и будет, не знаю. Но сначала узнаем у страховой, оплатит ли страховка. Потому что мы сделали фоль-каско, да. И хорошо, что сделали фоль-каско. И она как бы уже застрахована. Я думаю, если менять лобовое стекло, то, конечно, этот денег очень много надо будет. Приехали тюльпанчики пособирать. Один тюльпанчик стоит 50 центов. Сейчас нужно повыбирать, что-то они уже все такие распустившиеся. Не знаю даже какие. Уже можно так и сказать, что уже все им. Они уже отошли. Новеньких что-то даже не вижу, что были новенькие. Но возьмем то, что есть. Нарезала вот такие вот панечки. Сейчас едем к Сашиному дедушке с бабушкой. Зелень, зелень. Везде зелено. Красиво. Что ты хочешь сказать? Здесь климошкола. Климошкола? Да, он старая климошкола. Две крыши. Каникулы на этой земле у них заканчиваются, в среду уже нужно будет идти в школу, а у нас еще до конца недели каникулы.
дедульки вышли. Сейчас едем к дяде Андрею. Вот это церковь. Там Шпильпляц. Это церковь какого? 800? 800 какого-то года. 15. Ей уже очень-очень много. Покажу вам немножко деревню. А Климушке подарили русское лото, да, Клим? Играть. А тебе щенка. Ну, выезжай, ну так. Я не хочу. Сейчас вам покажем немножко деревушку. Тогда надо было лучше по ней проехать. Ну ладно, вот так выйдем, так заедем. Посмотрите. Угу. Приехали дядя Андрей с Таней. Сейчас будем пить чай. Обалденный такой торт. Ах, я уже давно не пеку. А я с папой вот сзади, то есть с мамой. Так, уже уехали от родственника. Смотрите, вот это Альди. И вот смотрите, какая эдака стала. Как она расстроилась. Стала уже большая-большая. Вот, посидели мы очень здорово, нам очень понравилось. И мама говорит, надо на неделю приехать. На неделю, чтобы погостить, чтобы побыть. Очень понравилось. Сейчас идем купим быстро мороженое и поедем к друзьям. Конечно, эдыка совсем стала другая. Все поменялось. Сейчас нужно найти, где же находится мороженое. Так, уже выезжаем. Сейчас покажу, что мы купили, какое мороженое. Взяли вот такое мороженое. Пираты, да? И здесь получается их 9 штук. Вот оно такое разное. Потом взяли вот такой вот кактус. Их 9 штук. Потом взяли ракету. 11 штук. И взяли тоже вот такое вот разное. И здесь получается 7 штук. И едем на шашлык. Давай кушаем мясо. Ничего себе, смотрите, Наташа привезла с собой. Смотрите, какую красоту. С вином и с пивом. Кстати, вот это. Ничего себе. Блин, какая красота. Какие пироженки такие, блин. Реально красиво. Мне надо главное. Видела это? Почему цвет такой? Потому что вкус лайма. Поэтому цвет зеленый, да? Классно. А вот эти вот. А вот эти мы разрежем. И они не пустые. А это с малиной и еще что-то там вытекает. Абрикос, наверное. Или перец. Ничего себе. Ну все, можно уносить. Да. Фото, видео сделали. Вышли на улицу. Сейчас мы идем смотреть костер. Так зелено. Это здорово. Нас очень много. Да, вниз потом, да. Очень много нас идет народа, только деток 11. Ну и как бы и родители, да, по паре. Вниз будем, да? Да, недолго, немножко. Ну и носка недолго. А куда? А все, ну куда? Мама, куда идем? Туда идем. Вот туда? Да, туда идем. Пришли посмотреть на ждечке, получается пасхальный костер, да? Много здесь народу, пиво продают, грилят.